еще не смотрел сериал «Задрот». Нет, так. Ясно все. Точнее, ни хрена ничего не ясно. В том числе, друзья, добавляется. В смысле? Да. Ты че? Да. Не надо. Сейчас я один, я сейчас быстро, очень быстро напишу там кое-что, одно сообщение. Давай. Просит, но номер подавательницы. Специальности. Телефон заряжен. Ой, хорошо, люблю, когда телефон заряжен. А у меня он прямо сейчас в зарядке стоит. Так, так, надо есть. Ням-ням. Так, сейчас, знаешь, сейчас быстро я суну книжку в сундук какой-нибудь. Блин, тут был сундук, я его куда-то дел. Вот я дебил. Ты что на месте стоишь? Ты, ну все ясно с тобой. Я думаю, ты на месте стоишь. А вот тут сундук есть, отлично. Вот сюда я суну книгу, сейчас быстренько заберем шерсть, и я все. Че все? Спать? Да, потому что завтра мне вставать рано. Экзамен. Я надо прийти туда бодрым, чтобы хотя бы... Что мы сейчас сделаем, еще раз повторим? Шерсть взять. Откуда? Из гнезда. Из жопы той, да? Да. Как раз там, где там был факел на булыжнике. Что мне твое сердце запускает, блин? Что за хрень? Может, у тебя интернет говно? Может быть, ну, нет. Ну, мало того, что комп, это понятно. Тут даже говорить нечего. Это еще что за хрень? Ой. Шо ты где? Я около входа. Входа куда? Гнездо. Так я тоже около входа. Ну, а я... Ты прям внутри, что ли? Ну да, я около прям... Ну, прям чешется уже. Так, сейчас сюда, и резкий поворот, и потом сюда. Чтобы в паутинку не попасться. У меня блок водохрена, так сейчас может быть, мне кажется, даже такой безопасный сделать мост. О, будет неплохо. Крипер, только не бомби. Хорошо, хорошо. Тын-тын-тын. Гаст, надо быстро. Не бабахай, брат. Брат, не бабахай, паже. Позяки, позяки. Не стреляй! Пещерное говно. Надо убить крипера, самое главное. По пути там. Пещерный? Что? Да. Убить крипера, чешуинцы. Убей ее с первого раза. Ты же у нас мастер ваншот. О, я крипера с первого удара. Да. А ты не так плохо, как ты говоришь о себе. Ну да, я просто очень скромный, понимаешь. Да уж. А шот ваншот. Почему? Я не знаю почему, но у меня именно вот это сейчас тоже вспомнилось. Снизу, скорее всего. А если паутину с большой высоты упасть, то ничего, нет урона? Нет. Чё-то все пишут, допишут, допишут. Ой, да это... Да нет, это теория. Это экзамен.
Мне пишет сам экзамен. Что? Мне пишет экзамен. Бывает. Я просто зря спать хочу, поэтому вот такую хрень сейчас и несу. Главное, низ не свалится, остальное норм. Лау! Пещерное говно. Ну да. Это вообще неожиданно было. Он внизу там уже давно уже там гулял. Наконец-то додумался до сюда добраться. Внизу будет шерсть и спаунеры криперов. Это очень жестко. Спаунеры криперов. И везде тишиница. Но это еще круче. Да. Блок, я чешуниц. Именно. То есть крипер такой бабам и чешунинский. А ты лавы так. Ну да, сам себе прям под ноги. Да, а в это время на себя блок поставишь. На себя поставлю блок, да? Под себя, да. Да. А пауки спокойно по пути не ходят? Да. Да? Да. Я слышу чешуницу. Я слышу паутину. Что? Как это? А то, когда около паутины ходишь, можно не на шифте даже. Ну, если ты в нее так зайдешь и будешь плавно спускаться вниз, то не думаю, что ты будешь... Ну, край. Сраный тупой говногаст. Говногаст. Я немножко закрылся от него. Понимаешь, это просто говногаст. ГГ. Да, вот именно, ГГ. Первое слово говно, второе гаст. Ой, он там спаунер активирован. Ой, там еще ура! Один появился. Мы выиграли. Нам жопа, ура. Ой, там пещерные, да. Подеба. Нам бы неплохо немного вниз спускаться. Что? Ой, у тебя есть гравий? Ну да. Сколько? 10. Ладно. А что ты хотел? Просто Да. Ты охренел, у меня стрел нет. Тупой скелет. У тебя есть стрелы? Не. Прям 8 ноль. Стрел. Дай, 8. Дай. Пошли мне, сюда. Мне хватит. Андущий. У меня такой стрелок, что ли? Да, я из двух ударов его. О-о-о-о-о. Ты бы так не смог, я знаю. Ну да, ну понятное дело. Там спаунер, что ли? Нет, они там спаунятся, да. Блин, это очень тупо, это просто очень тупо. Я вижу уже ту дыру, где шерсть. Ау! Прям по роже. Тупой. Еще раз тупой. Может наоборот вверх идти. Надо до той стены добраться. А, так, блин. Давай лучше вот так вот сделаем. Вот туда. И по стенке, и потом вниз. Не стреляй! Он тебя прям сейчас послушается. Иди, будет стрелять. Он послушный, да? Да, послушник. Учится на пятерке. не надо так делать. А чё он прям упор стреляет? Он пьяный. Ой, он почти, он прям в меня хочет. Он пьяный. Вряд ли. Но если бы попадет, то тебе ничего не будет. Ну, почти. Там уже два их. Угу. Нифига себе. Ой. Он что, пробил? Нет, это я сделал. А-а-а.
он пробил. Нет. Он не может, он не может пробить? Нет. Скелет. Вижу. Закрыть дыр. Как хочешь, я сейчас к стене уже как раз закопал. Ой, тут как-то глубоко. У меня есть блоки, норм. Сегодня сериал «Задрот» смотрел вообще. Там чувак такой на адвокат типа, учится. Ему, он такой типа хороший весь. И ему девушка, короче, Xbox подарила на день рождения. А сама в командировку уехала. Через две недели приезжает, он вообще в говно превратился. Пещерное говно. Говно чешуйница. Хорошо, 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 хорошо. Хорошо, хорошо. Норм. Ну там, короче, весь фильм потерится. Его там в реабилитационный центр отправляют, он там типа хорошим становится на неделю. Потом опять изгаживается. Как я так сделал? Как я так сделал? Ты профессионал. Кинь туда грибков хотя бы, может, понравится. Смотри, туши его, туши. Оп. Лол. Вот так сделаю. Временно. Как ты сюда забралась, тупая тварь? Там еще есть, что ли, здесь чешуница? Или я всех там убил? О, блин, ничего, у меня ручка вот как делает. Не знаю. Может, ты делал уроки? Ага, завтра. Да-да-да. Домашнее задание по ГИА. О, лол, я меткий. Что ты сделал? Я убил Гаста. С одного выстрела. Лол, тут пещерных-то, лол. Слушайте, вы скелеты. Отойди-ка я хочу самый блок. И сделать как-нибудь. Оплощать так, потом вот так вот. И вот так вот. И на нас все пусть, да? Не-не. Это не обязательно. Конечно, можно, но... Смысл? Типа, если я вот этот блок помашу... Лол, урод тупой, под тропыня. Я слышу, как вы горите, уроды. Блин, а тут не вытянуто. Могу сейчас сюда, например. Дырку-то это делай. Я тебе давал 8 стрел, куда их ты их зевал? У меня осталось 5. Вот, видишь. Задолбали. Блин, тут я реально не как-то плохо... Ой, сейчас попробую вниз. Ой, зря, плохая идея, плохая идея. Два хп, чё за жопа? Это два хп? Угу. Сколько ж вас тут? Нет, ни хрена. Зря. Все. Закрыл эту дырку, короче, нахрен просто. Да. Там слишком много, чтобы быть слишком много. Что? Что? Я вот тут. Ой.
копаю вниз. Блин, ты знаешь, что мне очень сильно напомнило? Как вот мы сквозь этот камень копаем вниз. Только там... Какой вчера? То, как мы дракона убивали. Это нам там воду разлить, думаешь? Да, да. Мы тоже как раз этот камень копали железными кирками. Я там еще водой в стену упирался, мне урон наносился. Да. Такой баг был. Опа. Много говна попадало резко, да? Ой. А вот оно. Говно? Они поднимаются сюда. Да. Они через маленькую такую щель не пролезут? Пролезут. Ну а что тогда? Закрой эту хрень. Какую? У тебя блоков что ли нету? Нету. Подожди. Нет, а сюда они не смогут. Там внизу, потому что блоки, они не... Хотя, да. Ладно. Спасибо. Уговорил. Сейчас будет очень опасно. Ты видишь, что я делаю? Да. Вот это очень опасно делать. Ты копаешь и ставишь. Нет, там просто этого говна очень много. Алёша. Алексей. Алекс Лёша. Они же могут пролезть спокойно. Да. Ой. Кикру, пожалуйста, дай. Так, это говно, да. Это тоже, да. Что, он скоро? Я не знаю. Я копаю тут одно говно везде. Надо как-то вверх, что ли, его копать. Вот вообще можно его копать? Не знаю. Террария для бомжей. Почему? Не знаю. Ну, она 200 рублей стоит, а Майнкрафт 800. Ну да. Но Майнкрафт можно бесплатно играть, террарию нет. А, Майнкрафт еще нельзя, да, уже? В смысле? Бесплатно Майнкрафт нельзя играть? Так это пиратка, в террарию тоже можно. Ой, сори. А Майнкрафт что, может пиратки играть? Да, вроде. Не знаю, там как-то что-то там есть. Ты же пират? Нет. Я тоже пират. Никогда им не был. Да. Как родилась, сразу аккаунт Майнкрафт подарили. Да, на день рождения. Ну. На самое. На первое. Блин, тут что за фигня вообще тут происходит? Так много слышу. Учишь у детишек. Вспомнил разводы на Рафкрафтинге, типа, вот у меня дом магазин. Домой появляешься, в блоке оказываешься. Да, или падаешь. Да, или падаешь. Или как мы тогда чуваку. Да, дом разобрали просто. Ну, не заплевать, пацан, что ты делаешь. Да, у меня даже видео есть. Не, ну плевать, надо. Мы потом еще на табличке написали. Да, мы решили, что такие слишком наглые. Потом я написал таким голосом. Блин, он такой появляется и падает сразу вниз. Ну, кровать там, все, ой, такой дурак все-таки парень. Не, кровать у него все было, просто нависело в воздухе. Ну, не вот заприватить в том же блоке, где у тебя кровать стоит. Вот, надо минимум, мне кажется, блок 4 вниз еще. Ну, да.
Понятно уж. А он прямо запрямую. Это выше, чем я был. Да. Ну, мы им показали его ошибку. Ой! Валим. Мы им показали его ошибку, как думаешь? Да. Тем более, что сетка уже не работает, он, скорее всего, после этого раза даже ни разу и не играл. Повесился, наверное. Что опять в этот ад пошел. Ну а что делать еще? Не надо делать. Вообще, ты понимаешь, где мы находимся? Подожди. Надо есть. Да, я примерно понимаю. Пауки чудятся. Я на факел посмотрел, два факела. Сказал, что это глаза паука. Наркоман, что ли? Пать хочу. О, вот я уже копаю вниз, с той стороны, где шерсть. Я надеюсь, ты не обманываешь. Я тоже надеюсь, что... Да-да-да-да, вон я ее вижу. Лавы еще вылезли, ой. Блин, я боюсь так ее выливать. О, нет, надо вон туда. Опа. Золотое яблоко. Помогай мне. А что, у тебя еды не шик? Нет, просто у меня здоровья мало. Ну да, у меня больше еды никого нету. Стрел нету, надо мне убить как-нибудь этого гаста. Факел у него, стреляй горящим, может он огонится. Ой, только чешунец не делал. Я тебе могу выбрать? Да мне, ну в данный момент не норм. Давай еще ближе подлетай. Ой, его скрету убил, охренеть. Гаста? Да. Уверен, что кто-то бил скелета. Легоня уже никто не сможет убить. Давай у него лопаты кину. Не надо. Скелет, кис-кис, они не могут сюда пробраться. Это с одной стороны, да, даже плохо. Я вообще не знаю, что делать. Знаешь, мне очень кажется, что нам надо до хрена гравия скинуть его с потолка и спуститься вниз. Но это уже на следующий раз. Потому что сейчас да, вообще. Так что, наверное, на сегодня все. Ну и всем пока, получается. Получается так. Похоже, я в полной шоке. У меня один блок есть. Опа.
Или не в полной жопе, но в жопе какой-то. Я еще не разобрался, что это жопа, но какая-то она такая странная. Ты где вообще? Я тебя даже не вижу. Я упал. Ну я понял. А как ты... Ты как еще не умер? Ну я внизу, мне тут нормально, как бы. Воу. Что мне делать? Сгоняй тогда за шерстью. А тут что, шерсть что ли где-то? Ну я... Ну блин, а к чему мы только что шли? Ай-яй-яй. Я в паутине застрял, я еще горю, я еще бью рукой. Ай! Все, я умер. Ай! Пещерный, ай! Блин, а это такой фейл, а. Блин, ну все. Прощайте. Всем спасибо. Чешуница, ну ясно. Я что-то по-моему не случайно упал.